И всем привет, с вами Зил. И это последнее видео на моем канале. Дело в том, что этой ночью я решил заглянуть в творческую студию своего канала и увидел вот это. Кто не понял, я получил страйк, а точнее жалобу за нарушение авторских прав. Ее я получил за мувик, где фигурировал трек «Плохая девочка». До выхода этого ролика, кстати, в своем телеграм-канале я делал пост о том, что видео с этим треком я выложить не могу из-за жалобы. И тогда мне пришлось сделать музыку максимально тише. Ну, тогда я думал, все отлично, YouTube не определил трек, не дал ограничений по монетизации, и все круто. Но оказалось, крутого тут нет ничего. Может, кто не знает, но максимум на канал может прилететь 3 таких страйка. После чего канал будет удален с YouTube. И даже с одной такой жалобой канал будет обречен на очень низкие просмотры, и видео не будут попадать в рекомендации. И вот, хочу обратиться как раз к Травме, так как его лейбл кинул жалобу, ну или кто-то там, я в этом вообще не разбираюсь. Уважаемый Илья, я уже писал на указанную ниже почту в твоем ВК, а также другую жалобу, которую мне дал сам YouTube, но я более чем уверен, что мое письмо никто не прочитал и читать даже не собирается. Прошу, отзовись жалобу на мое видео, ведь со страйком на канале я просто потеряю весь актив. YouTube — это мое все, и я не хочу оставаться совсем без просмотров. А вас, своих подписчиков, я как раз таки хочу попросить, чтобы вы заспамили ему личку ВК с ссылкой на этот ролик, который вы сейчас смотрите, и написать наподобие «разбань ему ролик» или же «сними страйк Зилу». Скорее всего, старые высокие просмотры уже не вернуть. Я либо создам новый канал, либо вообще с концами уйду с игры и с YouTube. Пока что это все, что я хотел бы сказать. Я надеюсь, Травма посмотрит это видео, и вы должны помочь этому. Надеюсь, он отзовет жалобу, и все будет отлично. А пока что, с вами был Зил, увидимся не скоро.